Привет всем подписчикам! Сегодня у нас на обзоре брызговики от компании Югар. Вот такая посылочка пришла с Тольятти. Получил я уже ее давно, но в связи с эпидемией, пандемией коронавируса пришлось немножко затянуть со съемками. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем. Увеличенные брызговики на Lada Vesta X-Ray от группы компании Югар. Преимущество данных брызговиков. Автомобиль всегда чистый. Установка за 3 минуты. X-дизайн на 3D принтере. Ассортимент постоянно обновляется. Вступайте в группу, чтобы быть в курсе автоновинок. Приобрести брызговики на Lada Vesta X-Ray можно в следующих магазинах. Lada Vesta Shop. Автостолица 63. Detail Car. Ссылочка на магазины предоставлю в описании под видео. Здесь от компании Югар нам пришли задние брызговики на Весту и на X-Ray. Так, это комплект, я так подозреваю, это на X-Ray. Да, X-Ray. Так, по ощущениям, брызговики хорошие, мне очень даже понравились. И второй комплект у нас идет про спорт, стал не хочет сейчас, мы его правим. И второй комплект у нас брызговики на Весту. Крепеж штатный, дополнительных отверстий не для усиления, а с дополнительным отверстием для усиления. Так, давайте откроем, посмотрим, какие они у нас. Не хочет, ладно. Сделаем по-другому. Так, насколько я понимаю, это 3D-печать. Немножко присутствует облой у нас. Вот с выштамповкой Веста. Ну, немножко облой присутствует, но это, я думаю, мелочи. Достаточно такие, не сказать, что мягкие, но и не скажу, что твердые. Эластичные вполне. Я думаю, зимой чистить с них будет вполне удобно. Давайте их немножечко примерим сейчас, посмотрим, как они у нас будут выглядеть. Так, это у нас на ту сторону, сейчас я вот это возьму. Так. Ну вот. Примерно как они будут стоять. Но я так подозреваю, что они идентичные практически с тем, что у нас поставили с автосалона. Но здесь, как мы видим, видите, вот здесь поверхность практически ровная. В отличие от установленных этим дилером, они не штатные, наверное, а может быть и штатные, не знаю. Вот так они выглядят, видно, даже вон дополнительный крепеж они сюда еще в бампер закрутили. А вот у нас как будет стоять и выглядеть. Да, вот тут еще дополнительный брызговичок, то есть этот отверстие под крепеж. Вот, в принципе, давайте посмотрим. Ну вот, получается, где-то вот так они у нас и будут стоять. Довольно-таки неплохие брызговики. О, машина покатилась немножечко. Вот, ну менять я их не буду, так как уже установили. Дилером были установлены. Я думаю, данный комплект брызговиков мы разыграем среди участников сообщества в Drive 2 Vesta, сообщество Lada Vesta. Ну и посмотрим брызговики для комплект для X-Ray
Здесь даже у нас, по-моему, что-то есть. Да, здесь дополнительный крепеж. Я думаю, открывать я их не буду. Я думаю, их тоже разыграем для участников сообщества X-Ray. Неплохой комплект. Жалко, что у них нет комплекта, пока нет на передние брызговики. Но они обещали сделать в ближайшее время, в течение там пару месяцев. Так что я думаю, в течение ближайшего времени у них уже выйдет новый комплект на передние брызговики. И можно будет заказывать в интернет-магазинах и непосредственно в группе ВКонтакте. Компания Югар. Ссылочки все необходимые я предоставлю в описании. Комплект недорогой, в отличие от комплекта гардовских, который стоит 700 рублей. Данный комплект стоит всего лишь от 500 рублей. Комарьё замучило, летает. Вот. Ну и передние, когда у них появятся, обязательно закажу у них и установлю себе. Потому что штатные, как мы знаем, достаточно небольшого размера. Ну, их видно. Достаточно маленькие, короткие. Ну, в общем, как и на грантах FL. Так что оставайтесь с нами. В ближайшее время, я думаю, мы их разыграем. Всем пока!